Привет, ребят, девчат. Если вы в Чикаго, я вам настоятельно рекомендую посетить Луи Малнатис пицца. Deep Dish Chicago. Одна из самых популярных. Это, конечно же, chain, да, их много разных. Но мы в эту ходим постоянно, когда приезжаем к Тедди, к сыну, в его колледж, когда он играет в футбол, настоящий европейский футбол. Смотрите, это просто чума. Орегано немножко добавляете, потом перчика и сырок пармезан. Он сейчас уже растаивает. Он практически... Тут рядом дедушки какие-то сидят, бабушки. Слышите, да? Вот. Ну, это Америка, это нормально. Гортанить. Морозки, прости, господи. Вот такая, в общем, песня. Пивко обязательно Blue Moon я себе беру. Это бельгийский стиль, но сделано в Америке, под американизм. Это пиво можно пить, не то, что как разбавленное, ну, сами знаете, молодого поросенка. В общем, такая вещь. Ланька, ребят, успехов. Давай.